Орнитологическая служба нужна для разгона ворон с территории Московского Кремля, так как ворона является носителем разных опасных заболеваний и создает угрозу для памятников, для исторических памятников Московского Кремля, в том числе для куполов. Она с них сдирает сусальное золото. Его время ночное, потому что он сам по себе бесшумно летает. Вот, и в основном находится ночью, потому что ему удобней. Вот, там, где ворон непосредственно место ночевки организовывает. Вот, филин как бы всю территорию знает. Вот, и он может их просто ночью поймать.